Всем привет, друзья, с вами Леандр, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку Мопио. А вот эти вот ребята попали в этот ролик. Если ты тоже хочешь попасть в следующее видео, то все, что тебе нужно сделать, это, конечно же, оставить побольше комментариев. А мы, друзья, начинаем играть. Мы здесь играем в тиме, как обычно. Здесь пришли уже несколько моих дорогих союзников. Сейчас вот они борются с одним из йети. И сейчас мы попробуем помочь им, чем сможем, конечно же. Видим, один йети на нашей стороне, потом еще один йети не на нашей, ребятки, стороне, у которого ник Макс. И теперь еще и мы здесь будем помогать нашим ребятам его уничтожать, конечно же, по возможности, если это у нас получится. Так, вот видим, что он тут у нас, ого, он нас ударил маленечко. Давайте я сейчас, ай-яй-яй-яй, к сожалению, не того я ударил. Говорит, живи, ладно, сейчас я попробую водички тогда еще попить маленько, да, а то у меня сейчас вода пропадает. Чуточку прокачаться для того, чтобы полностью никого не бояться. Нам нужно прокачаться до мамонта. После того, как мы будем с вами сильным большим мамонтом, там можно будет помочь нашим друзьям и, соответственно, стать, ребятки, большим и сильным драконом. Наверное, здесь я буду играть за красного дракона, ребят. Вот, сейчас я, конечно, еще подожду, где-то здесь вот похожу. Видим, тут два йети между собой сражались, но так они, ребят, и перестали никого трогать. Я Тим, тут Макс подошел, ну, я не знаю, Тим он или не Тим, что-то он за мной бегает. Так, он дает мне раз укусить его, хорошо, спасибо большое. Так, ты с нами, нет? Водички маленечко попьем, нужно нам, да? Вот, а потом, возможно, еще себе чуть-чуть побольше кого-нибудь покушаем. Видим, тут мамонтенок уже у нас плавает. Вот, он хочет с нами, наверное, сразиться. Так, ну давай вот сюда, тогда мы скушаем. Так, Макс этот с нами, Тим. Скорее всего, этот йети тоже с нами, ребят. Вот, один точно с нами, это вот этот вот игрок. Он мне давал возможности, ребятки, прокачиваться. Дальше вот подошел наш союзник, с которым мы уже не одно видео сыграли. Это Алмир. Вот. И, конечно же... Так, дает он мне еще разочек укусить. Еще тут один был игрок, ребят. Так, а, вот, все нормально. Спасибо большое. Спасибо. Так, маленечко мне еще нужно прокачаться, и будем мы с вами большим и сильным мамонтом. Пока что, потом мы будем, скорее всего, красным большим драконом. Так, давайте влево, наверное, пойдем, поищем, что там у нас происходит, и посмотрим, кого мы там будем есть. Итак, ребятки, вот тут нам говорят, давай, пошли. А где наш Алмирчик, которого мы с вами тоже, с которым мы сражались? Да, ребятки, когда возле меня тут бегают еще два йети, и которые на моей стороне, да, соответственно, йети, то я никого не боюсь. Я уже, можно сказать, защищен с двух флангов, да. Сейчас маленечко кого-нибудь поймаем, какую-нибудь добычу побольше съедим, и, соответственно, можно будет нам прокачаться и скушать еще и ее. Так, сейчас, ребятки, вот нормально я его уничтожил, поел, и, соответственно, в рейтинге поднялся. Сейчас еще маленечко подрасту. Так, тут вот его зажали, а нормально. Приветики. Так, Тим, а, все, хорошо. Здесь он мне еще разочек дает возможность укусить. Спасибо. Так, все хорошо, эти тоже с нами играют. И вот мы, ребятки, потихонечку собираем нашу команду, с которой, я надеюсь, совсем скоро мы сразимся. Тут на меня нападал мамонт, они за мной сразу же заступились, ребят. И, соответственно, теперь я уже никого не боюсь. Хорошо, тут еще один мамонт к нам подходит. Сейчас мы его тоже тогда попробуем зацепить, если получится. Что-то у меня булыжниками этим стреляют и, соответственно, уничтожают, да? Соответственно, я не могу ничего себе сделать. Так, хорошо, давайте, наверное, воды тогда попьем. Немножечко нужно воды попить. А, можно, в принципе, вот так вот нам к кристаллику подойти и мгновенно восстановить себе полностью все здоровье и восстановить себе полностью всю воду. И теперь можно с новыми силами, ребят, нападать на наших уже не союзников. Вот Ал, вот Ал Икс, это тоже наш союзник, с этими у нас дружба. Так, а тут кто-то нападает на него, на тебе. Так, вот получи, хорошо, его мы уничтожили, здесь два йети на нашей стороне сражаются. Так, ты у нас будешь тоже, наверное, скушен. Да, он у нас тоже, ребят, скушен, хорошо. Ёлки-палки, он Тим же говорит, и тут они начинают между собой драться. Биться, Алфан, хорошо. Давайте, наверное, ребят, мы с вами не будем пока что сильно воевать. Не знаю, тут они друг другу доказывают. Макс и Блэк Дизель между собой начинают что-то... У них непонятки пока что, да? Они друг друга начинают есть. Так, а ты кто такой? Алфан, ладно, Алфан, давай пойдем. Что, будем кому-то помогать? Ребятки, я кому-то бы помог, но не хочу я вмешиваться в вашу драку. Давайте пойдем вверх тогда просто. Он сливается, скорее всего, или что? Да, наверное, ребятки, он сливается, не хочет он больше продолжать, дает он возможность укусить, наверное... А, нет, все нормально. А, Леандр, сливай, меня просит слить.
Так. Ты уж не дают возможности слить его. Я уже хочу помочь. Ну, как не помочь? Он написал, чтобы я его сливал. Но... Ай-яй-яй-яй-яй. Тут Макс на него напал, и Макс его съел. Ну ладно, пусть будет тогда так, не дал мне возможности прокачаться Макс, сам прокачался, он правда был уже Йети, куда ему качаться, ну да ладно, возможно им тоже нужно прокачиваться и подниматься повыше, вот, а мы сейчас с вами еще маленечко водички попьем, а то совсем как-то у нас здесь не весело было бы, да, так, тут касатка еще валит, ну да ладно. Хотел его, ребятки, выбросить на берег, но там не вышло ничего на него не выбросить. Он занырнул просто-напросто, и, соответственно, я ничего не смог уже сделать. Давайте, возможно, Максу сейчас поможем. Ну, хорошо, Макс вроде спасся, на него тут вроде как две больших этих и сильных касатки напало, но он вроде уже на берегу и нормально. Теперь мы с вами попробуем сыграть с Максом тоже в тиме. Видимо, он на 8-м месте. И я, ребятки, стал теперь мамонтом. Ура, я мамонт! Это очень и очень хорошо. Теперь я практически уже тоже никого не боюсь. Единственное, кого я боюсь, это, конечно же, Йети. И на этом пока что все. Больше здесь мне никто особо не страшен. Так, хорошо. О, Алфан, ладненько. Давай, возможно, укусим. Вернее, дадим ему возможности укусить. Давай, пусть кусает. Нет, нет. Вот он меня, говорит, искал. Ешь. Хорошо. Дадим ему чуть-чуточку возможности прокачаться, пусть растут. Ребятки, я здесь не жадный, даю возможности всем прокачиваться по возможности. Меня кусают, иногда мне дают тоже играть, да. Так, а вот тут вот мы с вами еще что-нибудь, кого-нибудь поищем, кого-нибудь поедим. Здесь Макс тоже получается Тим, Алфан уже стал тоже. Так, а тут вот мы скушаем волка, который не на нашей стороне. О, здесь нам нельзя находиться, там злой-призлой. И страшный кракен тусуется. А вот здесь вот уже наша с вами... Ай, кто на тебя напал, друг? А, вот кто, значит, хорошо. Сейчас я попробую защитить тебя, дружище. Все тимы, да-да-да, все нормально, пошли. Так, Алфан, Алмир, Макс. Пока что троем мы, вернее, четвером только. Надеюсь, что сейчас мы кого-нибудь обязательно с вами скушаем. Так, и вот будет у нас первая жертва. Ай-яй-яй, это вот он. Нет, не получилось, отбежал он. Сильно здесь Алфан у меня, да, возле меня, прям возле самого меня прыгает. Дальше Алмир чуть-чуть подальше был. Тут на него, правда, хотел кто-то напасть, но вроде бы все нормально. А нет, все-таки на него напали, нужно его спасать, ребятки. Сейчас мы будем его... А нет, все нормально, он выбрался, хорошо. Убежал он, а мы с вами теперь будем прокачиваться. Сейчас мы попробуем скушать еще и вот тебя. Давай зажимаем, хорошо, сейчас мы его доедим. И будет он у нас скушен, да, нормально. Алфан, Алмир, Макс, все играют в тиме. Ай-яй-яй, здесь у нас слоник. Сейчас можно попробовать слоника тогда тоже еще завалить. С этой стороны я попробую ему помочь Максу остановить этого слоника, окружить его. Ну, слоник убегает. Потихонечку, наверное, убежал куда-то он. Так, ну, а вот моржа мы практически с вами поймали. Нет, не вышло, он свалил тоже, ребятки. Убежал. Так, кого же нам тут еще скушать? Вот у нас здесь слоник есть, давайте мы слоника попробуем. Ты кто у нас? Здесь у нас Зака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не получится, ребятки, не бросается вот этот вот снежный ком через воду. Вот, хорошо, но мне нужно, ребятки, немножечко воды попить, а то совсем мало мне водички осталось. Нужно полностью здоровье восстановить и, соответственно, прокачаться. Вроде Макс дал укусить Алфану, но вот Алмирчик от нас где-то отбежал. Он просто был скушен раз. И мне кажется, что по ошибке он был скушен, но не знаю. Вроде по ошибке, Алмир, не обижайся. Такая вот получилась драка. Я стараюсь прокачиваться до супер-пупер мощных существ. И тогда уже... И тогда уже помогать своим союзникам. А когда на моих союзников кто-то нападает, я не всегда могу их защитить. Потому что сам слабоват пока что. Конечно же, мамонт у нас очень серьезное и сильное существо, но видим, что у меня здесь хпшки не так уж и много. Мне нужно сейчас нападать на других игроков, каких-нибудь сильных, и тогда, соответственно, с ними можно... Вернее, потом можно съедать их, да, и за счет этого прокачиваться. Ну, будем мы сейчас еще уточку скушаем, нормально. Тут у нас Макс подошел. Так, это у нас Максик, Алфан. Давай мы сейчас тебя скушаем. Сейчас ты будешь скушен, да, нормально. И тигра я скушал, да, хорошо. Тигреночка мы скушали с вами. Макс нам помог, сбросил его с пьедестальчика. Говорит, что тоже он ютубер, молодец. Так, хорошо. Алиандр, Макс и Алфан. Алмир, где ты? Ты должен где-то здесь тоже быть.
Вот, вот. И да, я тигреночка съел обратно, хорошо. А, не получится. А, нет, все нормально. Маленечко, правда, от меня откусили, совсем крапелюсечку, но тем не менее откусили. Сейчас мы пойдем кого-нибудь искать обратно из наших друзей. Когда Йети бегает за тобой, и он на твоей стороне, намного, ребятки, проще становится играть, потому как ты уже, ну, хотя бы знаешь, что за тобой защитятся, да? Что тебя кто-нибудь, да, защитит. Вот, а в нашем случае это довольно-таки сильное, ребят, существо. Это Йети, и также Алфан у нас тигр. Так, давай отойдем мы подальше. А, ребят, меня сейчас с вами, меня сейчас уничтожат. Так, да что ж такое-то? Да, ё-моё, меня, ребятки, уничтожили, вернее, этот... Зако сбросил меня на моего союзника Йети, я об него ударился и уничтожился. Ну да ладно, сейчас я надеюсь, мне совсем маленечко останется обратно прокачаться до льва, и я буду опять львом. Еще разочек тебя сейчас ударю, здесь у нас красные драконы тусуются, смотрите, какие мощные красные драконы, да? Очень мощные. Ой-ой-ой, нашего Алфана, ребятки, сейчас нашего Алфана хотят вынести. Да что ж такое? А, ё-моё, это просто жестяк. Ребятки, нашего Алфанчика второй раз вынес. И, по-моему, второй тот же самый игрок. Не знаю, почему он именно на него нападает. Возможно, из-за того, что он ему что-то сделал плохое. Вот, говорит, раз укусить, давай кусай тогда разочек. Надеюсь, тебе это поможет. Ну что ж, хорошо, ребят, наверное, на этом я буду заканчивать. В следующий раз, конечно же, мы с вами продолжим играть в игрушку Мопио. Продолжим и помогать нашим дорогим союзникам сражаться. И, возможно, рано или поздно прокачаемся до большого красного дракона. Здесь я хочу быть большим красным драконом, а для этого мне нужно очень многих еще поесть. Но надеюсь, что я справлюсь и обязательно их всех поем. Хорошо, ребятки, пока будем мы с вами играть в тиме. Возможно, кого-то еще найдем. Также, ребят, если вы хотите поиграть вместе со мной, если вы хотите, ребятки, поиграть вместе со мной в Мопио, то пишите в комментариях. Если вы хотите вместе со мной поиграть в игрушку Roblox, то вам нужно перейти на мой второй канал, ссылка на который находится в этом же видео, под этим видео, да, и там написать, соответственно, когда мы с вами поиграем и в какую игру мы с вами обязательно встретимся и поиграем еще в Roblox. Ну что ж, ребятки, с вами был Алиандр, не забывайте подписываться на канал и жмякать пальчик вверх. До скорого, пока!